Оздоровительный комплекс «Тысяча одна ночь» открыл свои двери для любителей полезного отдыха. Турецкий хамам, русская парная, финская сауна и арома. Бани, которые подарят вам незабываемые ощущения. Что для вас баня? Как минимум место, где можно основательно вымыться и попариться. Однако баня – это еще и отличный способ расслабиться, очиститься от шлаков и токсинов, восстановить душевное равновесие, да и просто получить позитивные эмоции. Например, турецкий хамам – настоящая новинка для Кургана. Эта баня особенна тем, что пар в ней не обжигает, он мягкий и приятный. Ой, великолепно. Я первый раз посетила такое заведение. И теперь буду всегда приходить сюда отдыхать. Такое неземное блаженство. Ну просто кайф. Отдыхаешь душой и телом. Вообще великолепно. Наиболее популярной у курганцев является традиционная бревенчатая русская парная баня. Здесь вы можете попариться от души, с веничком, поддавая жару и расслабляясь. Сразу же после посещения русской парной можно облиться холодной водой из бочки. Когда выходишь из бани, вообще охота облиться холодной водой. Даже не то, что холодная, ледяной. Ощущения очень такие захватывающие, просто слов нету. Диковинная финская сауна привлекает посетителей своим дизайном и атмосферой. Медики такую сауну считают отличным способом очищения организма от шлаков и восстановления работы мышц. Она помогает расслабиться, снять стресс и, конечно, оказывает положительное воздействие на кожу. Арома – еще одна сауна комплекса «Тысяча и одна ночь», которая заставит вас испытать восторг. Очень актуален такой вид парения в межсезонье, когда риск простудиться наиболее высок. Температура тела в арома-сауне повышается до 39 градусов, что в сочетании с фитотерапией эфирных масел способствует устранению болезнетворных вирусов. Помимо необычных видов парения, все желающие могут посетить кафе. Вкусные горячие блюда и прохладительные напитки позволят вам комфортно провести время. Тем более, что цены на посещение комплекса «Тысяча и одна ночь» от 150 рублей в час. Кстати, к 8 марта всех дам ждет приятный сюрприз – бесплатный чай.